Всем привет! Я снова рад всех приветствовать на новом видео, в котором будем делать стрижку растений в аквариуме. А потом все упакуем и отправим Андрея в город Жмеринка Винницкой области. Андрей, если смотришь это видео, то передаю тебе привет. Для начала слил немного водички в тазик, куда будем складывать растения. А после этого берем в руки ножницы и начинаем стрижку. Чтоб не было это очень долго, то весь процесс ускорил. Но всю процедуру покажу от начала до конца. Стрижку мы закончили, и вот что мы накосили. Для тех, кто не знает, что это за растения, в конце ролика оставлю ссылку на их название. Сможете перейти и посмотреть. А теперь все это дело надо упаковать. Для этого на газете разложил растения и обильно все смочил. После этого положил все в один пакет, а следом еще в один.
Далее все это дело поместил в коробку. Посылку не утеплял, так как на улице уже достаточно тепло, а смоченные газеты и воздушные подушки вполне хватит, чтобы растения доехали без проблем. Надеюсь, что теперь с этими растениями аквариум Андрея преобразится, и он получит желаемый результат. А следующая прополка поедет в Торецк к Александру. Так что, Саня, передаю тебе привет и готов место в аквариуме для растений. Надеюсь, видео понравилось. Если так, то ставим палец вверх. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока.